Здорово, товарищи! На моей новой клавиатуре стало возможным прохождение вот этого места. То есть это еще не все клавиатуры возьмут. Наверное, она потому что упругая и не забилась пылью еще. Но это место, естественно, я просто совершаю ошибки. Поэтому. Не всегда получается. Потому что я не вижу всех этих кадров. У меня зрение-то, оно... такой, как у всех. Ой, ну у каждого свое смысле зрения, хочу сказать. Кого-то может частота зрения лучше каких-то игроков, чем у всех остальных. Больше 60 кадров видят. Это они любят покупать мониторы 120 кадров, например. Это опять же не у всех такое зрение. Как-то получилось сейчас у меня туда проскочить. Надо было просто, наверное, сохраниться и не делать это видео. Но получилось и получилось. Почему я так хочу, чтобы это было в кадре? Внутренний покой. Мне нужен внутренний покой. Вот. Значит, когда они внизу начинают подниматься, надо это делать. Но на той клавиатуре это нельзя.
Да-да. Убить. Птицы — это враги Ниндзя Гайдена. Игре, это киберпанк игра была такая. Да пошел ты. Там когда шипы начинают сыпаться. Можно попробовать. Под порыг. Ночь. И влево, в левую секцию кинуться. Может, я не права, не знаю. И получается сейчас. Наверное, я нервничаю. Ну это опять понизу. Помните, я еще и этот NetStorm гамала. Такую защиту башен. Блин, вспомнить бы где-то ошибки. Выкидывается. Где прыгать-то начинать? На третьем шипе где-то, да? Нет, немножко раньше. На четвертом, значит, хотя бы.
Почти. Почти же. Наверное, даже надо смотреть за кадром какие-то способы. Так. Ну как-то. Вот почему так распоясался-то, сделал сложно. Игроки-то что ему сделали? Ох, почти. Блин. Ты что, дурак? Увидели там рука? Отстой. Так, сейчас ни о чем не думать, только вот повторить вот это. Примерно. Не могу больше сегодня. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.